Дзень добрый. Добрый день. Добрый день. Добро. Я волнуюсь, конечно, перед этой проповедью. Mam lekką tremę przed kazaniem. Так, потому что последний раз, когда я проповедовал, это было лет 5-6 назад. Ostatni раз głosiłem 5-6 лет тому. Вот, потом была война, и все круто изменилось. Потом пришла война, и все еще отменило. Да, и мы моей семьей все вместе приготовили также и презентацию, которая будет там показана. С моим родином приготовили презентацию, которую зараз запрезентую. И это первый опыт в нашей жизни. Мы не знаем, как это получится, поэтому не судите строго. Первый раз в жизни это робię, więc прошу о вырозумении. Так. Ну, я хотел прочитать Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 по 50 стих. Наш текст Евангелия от Матеуша. Евангелие Матеуша. 13 раздел, версеты 44 до 50. До 50-го. Я читаю. Przeczytajmy tekst. Przepraszam, Marka otworzyłem. Marek mi się otworzył. Tak. Dobra. Podobne Królestwo Niebieskie jest Ponownie, Królestwo Niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. Królestwo Niebieskie podobne jest też do kupca, który szukał pięknych pereł. A znalazłszy jedną bardzo cenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Królestwo Niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, rybacy wyciągnęli ją na brzeg, a usiadłszy dobre ryby wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich do pieca ognistego. Там будет плач и скрежетание зубов. Ну, это известное место, я думаю, что все его читали и знают. Это знаний текст, мысля, что каждый его читал и зна. Как мы уже услышали, да, это говорится о Царстве Небесном. Как услышали, мы ходи о Королевство Небесное. На это Королевство Небесное можно смотреть с разных сторон. На Королевство Небесное можно смотреть с разных перспектив. Я думал, какую же взять эту, рассмотреть сторону. Мышлялем, с какой перспективы дичей обойжить то. И мне вот так легло на сердце, что это будет Евангелие от Луки, 7 глава, 35 стих. И припомняло мне, Бог положил мне на сердце собачить Евангелие от Лукаша, раздел 7, версет 35. Лукаша 7, 35. Лечь усправедливена есть мудрость через все свои дети. Да, то есть я хотел посмотреть на Царство Небесное вот с этой стороны, со стороны мудрости и со стороны глупости. Чили, дичей хотел бы спойжить на Королевство Небесное от стороны мудрости и от стороны глупоты. Для всех людей, ну, так мы понимаем, что мудрость – это всегда положительно. Мы разумеем, что мудрость – то есть что-то позитивное, что-то доброго. Но Библия, как в этом месте, так и в притчах Соломона, говорит другое. Але Библия говорит о чем-то ином, как в этом месте и również в приповестях Соломона.
В притчах Соломона говорится о том, что есть мудрость и есть глупость. И мудрость, и глупость призывают к себе. В приповещах Соломона мамы мудрость и глупота. И как мудрость, так и глупота наволуем до себе. И есть люди, которые идут за глупостью и оправдывают ее, и есть люди, идут, которые за мудростью и оправдывают ее. Сам те, кто же идут за мудростью и усправедливают те свои чины, и сам люди, кто же идут за глупотом и тоже в какой-то способ еще усправедливают. Точно так же люди, когда смотрят на Иисуса Христа, одни считают ее проявлением глубочайшей мудрости. Когда люди смотрят на Иисуса Христа, велю из них уважают за проявление наивеньшей мудрости. А другие рассматривают и говорят, что это что-то глупое. А иные поведзом, что нет, это какая-то глупота. И люди спорят о том, что является самым важным в том, что сделал Иисус Христос. Люди спрещаются в том, что что наиважнейшее из того, что учинил Христос. Что наиважнейшее из того, что Он учинил? Это Его смерть, Его воскресение или же создание Церкви. Чи то Его смерть, чи то Его из мертвых встанье, чи збудование костела. Но в этих притчах, когда Он говорит о Царстве Небесном, Он не говорит о чем-то более важном или менее важном. Але коли Ісус оповіда приповісті о Королевстві Небесному, Він не говорить о чимсь мній люб барджій значенцем. Він говорить о том, що Царство Небесне в последующем періоді времени буде виглядати от іменно так. Він говорить, він ствердзе, що Королевство Небесне в останнім окреші часу буде виглядало власне так. И в прочитанных с нами прочитанных притчах о Царстве Небесном Христос раскрывает свой план взаимодействия с людьми на этот период. В тех приповещах, которые перед хвилем прочитали, мы Иисус нам объявляет свой план, как он будет вспулдялов с нами. Как с верующими, так и с неверующими. Как с верующими, так и не с верующими. Чтобы получше понять эти притчи, нужно представить себе такую ситуацию. Чтобы глубже зрозуметь те приповещи, выобразим себе таком ситуации. Вы разговариваете с неким аборигеном, туземцем. Вы проводите разговоры с каким-то аборигеном с какого-то племени. Ну, то, что вот вы видите на экране, да? То, что сейчас видите на экране. Этот человек далек от вашей культуры и от вашей цивилизации. Этот человек не разумеет вашей культуры, вашей цивилизации, есть далекий от ней. И вы пытаетесь объяснить ему функции государства. И вы пробуете ему вытлумачить, как функционирует панство. Что делает государство для здравоохранения, для наведения права и порядка, взаимоотношений с другими государствами? Что данное панство чинит в тем, чтобы в охране здоровья, в политике с иными панствами, в каких-то пожондок, какое-то право, как себя пристрега и так и иные вещи. Как бы вы объяснили ему эти функции? Как бы вы спробовали ему вытлумачить те функции панства? У этого человека нет хороших ассоциаций, чтобы это понять. Тен человек есть позбавленный каких-то ассоциаций, каких-то зрозумения, чтобы то зрозуметь вообще. Ему не с чем даже сравнить то, что ему сейчас рассказывают. Он не может с чем даже то поровнять. Он всегда жил без государства, и все было хорошо. Он жил без панства, и все было окей. Зачем ему нужно усложнять свою жизнь? По-цому компликовать свою жизнь?
Так и Христос в этих притчах рассказывает о том, что именно собирается Он сделать в ближайшем будущем. Właśnie w ten sam sposób Chrystus w swoich przypowieściach donosi, co On ma uczynić w przyszłości. On nie ubieżdaje ludzi w prawilności swojego planu. On nie przekonuje w słuszności swojego planu tych, do których mówi. A stawia ich przed faktem, że On będzie działać вот так. On po prostu ogłasza pewien fakt. Będzie tak. I jedni ludzie об этом факте говорят, что гениально, очень мудро. I niektórzy mówią, że to jest genialne, bardzo mądrze. A другие говорят, что за глупость, мы сделали бы по-другому. A inni twierdzą, nie, to jest głupie, my byśmy uczynili inaczej. W każdej притче, którą сейчас рассмотрим, мы можем выделить цель, главное действующее лицо и фон. В каждой из приповестей, которая зараз с вами будем достигать, мы увидим главное действующее лицо и фон. Кто есть цель, главное действующее лицо. Какая есть цель, какая главная постать и отачающее тло. Tej przypowieści. Фон, он не всегда описан, но он всегда присутствует. Тло не завше есть описане, але завше існіє, завше есть. На чем с первой притчи, это Матфея 13:44. Итак, перша приповість Матеуша 13:44. Поновні Королевство Небесське єсть подобне до скарбу, укритого в полю, который чоловік зналяз і укрив. Урадований ним пошедл, спшедал вшистко, цо мял, і купил то поле. Ну, здесь, как мы уже поняли, говорится о сокровище на поле и человека, который его нашел. Як зрозуміли, ми маємо поле і маємо чоловіка, который зналяз скарб на тим полі. Сокровище находится на поле, і оно скрыто. Скарб знайдується на полі і є укритий. Оно невидимо сразу. Его не даще зауважить одразу. Чтобы о нем говорить, нужно его сначала найти. Чтобы о нем мовить, цокольвек, найперш чего, треба го зналесть. Второе, что здесь есть, это человек, который нашел сокровище, и как оно на него повлияло. Другая вещь, которую видим, это человек, который зналяз тен скарб, и як тен скарб отделовывал на того зналязца. И третье, что, о чем нужно здесь поговорить, это общество, окружающее человека люди. И третья вещь, то есть товарищество, которое отачало того человека. Этого в притче нет, но мы можем себе представить, что были люди, соседи, знакомые, окружающие этого человека. В самой приповести этого нема описанного, але можемо собі виобразити, що чоловік мешкав вśród людей і мав сусідів, мав когось, хто його оточував. Вони не знайшли це сокровище, но видят странное поведение этого человека, который нашел сокровище. Там ті люди не знайшли того скарбу, але зауважили нечто дивне заховання свого сусіда, який знайшов цей скарб. Попробуем перенести это на нашу современную жизнь. А теперь переносим это на наше житие, вспомнительно. Сокровище, что это такое? Скарб, что это есть? Сокровище – это не само христианство, а то, что находится в христианстве. Скарбом не есть само христианство, а то, что есть укрыто в христианстве. Христианство, видимо, открыто всеобщему обозрению, как поле. Христианство – можна видеть, як поле, можна го, каждый може заобсервовать го. Но далеко не всі видят скрытую в этом полі драгоценность. Але далеко не каждому дане зауважить тен скарб, который є укритий на тим полю, чи, як зараз мовимо, о християнстві.
Только когда мы уверуем в уникальность Иисуса Христа, мы сможем хоть немного оценить богатство Его славы. Когда уверуем в уникальном постать Христуса, можем достать тен скарб. Оценить богатство Его славы. И оценить богатство Его хвалы. Эта истина и есть то сокровище, которое скрыто на поле. Та правда, та влашне правда и есть тем скарбом, которое есть укрыто в полю. Если есть царство, то есть и граждане этого царства. Скоро есть панство, мамы, обыватели этого панства. И наше гражданство в Царстве Небесном начинается с познания истины об уникальности Иисуса Христа. И наше обывательство в тем королевстве зачинаще от того, что начинаем довядывать правд о, и, об уникальности Иисуса Христа. Об уникальной постаті Иисуса Христа, уникатовой постаті. Второе, что в этой притче описано, это человек. Другая вещь, которая здесь есть туда описана, то есть человек. Вот примерно такой, как вы видите сейчас на картинке. Мне венцей так и, как сейчас обсервуете на тем образку. Человек в этой притче – это не купец из второй притчи. Человек в той приповещи – то не есть тот сам человек, которого Иисус называл купцем с другой приповещи. То не есть тот сам человек. Он никак не выделен чем-либо, подчеркивается его обыкновенность. Он ничем еще не выружня. Он есть звыклым человеком. То есть в этом образе подразумевается каждый из людей. Чили, в этой постати мы можем забачить каждого из людей. Каждый пасует до этой постати, каждый из нас. И вот такой обычный человек нашел необыкновенное сокровище. И так и это... Звыклый человек зналяз незвыклый скарб. И здесь описывается, как оно меняет его жизнь. И в этом тексте описано есть то, как то отменило его жизнь. Написано, что он идет и продает все, что имеет. Написано есть, что он пошел и спшедал все, что имел. Что это значит? Что это означает? Нужно помнить, что у человека есть единство, чем обладает человек, это время. Единое, что пощадает человек, то есть час. Наше приближение к истине об Иисусе Христе меняет нашу жизнь. Когда сближаем еще до Иисуса Христа, то отмени наше житие. Нам становится интересным все, что касается Христа. Нас начинает цікавить все, что дотичит Иисуса Христа. Мы стараемся узнать о нем как можно больше. Стараемся еще довідати як найвенцей о нем. Нам становятся интересными люди, которые мыслят об Иисусе Христе так же, как и мы. Цікаві сам люди, кто же мыслят так же об Иисусе так же, как и мы. Кто же мышлял о Иисусе в тот сам способ, як мы сами. Всякая информация об Иисусе Христе вызывает у нас широкую гамму эмоций, бурю эмоций. Каждая новость о Иисусе Христе, каждая дополнительная информация вызывает в нас бурю эмоций. Поэтому естественно, что мы начинаем тратить все больше времени в поисках этой информации. Для того есть натуральным, что мы начинаем тратить венцей часу, чтобы шукать венцей информации о Иисусе. Мы читаем Библию, духовную литературу, слушая музыку и пение, прославляющие Бога. Мы читаем Библию, мы слушаем песни, которые выславляем Бога. Нам приятно посещать те места, которые посещают люди, мыслящие так же, как и мы. Нам справляет приятность отведать те места, где са люди, которые мыслят в тот сам способ, что и мы. Через некоторое время нам придется сделать выбор. По каким счастьям мы должны выбрать выбору?
посетить церковь или, например, провести время с друзьями, не знающими Бога. Або я пойду до костела, або спенджу час зі своїми приятелями, хто вже не знає Бога. Потратить наше время на какое-то служение или провести его как раньше, развлекаясь в кафе, в кино. Свой час спендить, виконуючи якусь службу костільну, або спензаючи в якійсь розривці, футбол чи цокольвік. Купить какую-то дорогую вещь для себя или пожертвовать на какое-то благое дело? Купить какую-то дорогую вещь для себя, чи офіаровать на якусь добру справу. И наш выбор непонятен окружающим нас людям. Коли доконуємо властивого вибору, он есть незрозумілий для нашого оточення. Человек, нашедший сокровище в Иисусе Христе, начинает все больше тратить время на познание Иисуса Христа. Человек, который знал скарб в Иисусе Христе, начинает больше тратить часу на то, чтобы лучше познать Христуса. И все меньше времени остается на то, что было раньше, что было интересно раньше. И зараз мені зостає часу на то, що було, що інтересувало кедиш. Ми знайшли сокровище, но оно начинає строїть нашу жизнь і змінять її. Ми знайшли той скарб, але той скарб починає формувати уклад нашого життя. І третє, що нужно рассмотреть. Третя річ, яку треба побачити. Это общество, окружающее человека люди. Чули оточение, люди, кто же были обок. Они не нашли сокровища и смотрят на него с удивлением. Они не знали того скарбу и патшон на того человека с подивом. Человек нашел сокровище, и им движет любовь к этому сокровищу. Человек знал скарб, и он... Им движет любовь. Он есть змотивований милостью до того скарбу. Окружающие люди не нашли сокровища, но видят, что человек просто все распродает и растрачивает. Ті, що його оточали, не знайшли того скарбу, але зауважили, що той чоловік все почав продавати. Он розтрачает свою жизнь, время, силы, деньги и ресурсы в их глазах на пустую идею. Он все выдает свое житие, свои ресурсы, свой майонтек, и в их очах то есть пустая идея. То есть пустая идея, как бы ничего не варте. Для них это выглядит глупо. Для них это выглядит как глупота. Кроме этого, людям кажется, что Христос требует от христиан слишком многого. Проч того, им еще видає, что Христос вимага от христиан збит веле. Но так ли это? А чи то есть правда? Подумайте о любом другом человеке, которого увлекла какая-то идея. Помисьте о якимсь інним человеку, который застал похвиченный якомусь ідеал. Спорт, бізнес, ігри, развлечения, кар'єрний рост. Спорт, бізнес, якась розривка, кар'єра. Кар'єрний рост. Ради какой-либо вибраної цілі люди міняють уклад своєї житті. Вибираючи якихось з тих цілів, чоловік змінює уклад свого життя, підпорядковує тому цілю. Жертвуют многим для достижения результатов. Склада в офєже дуже віле, щоб осягнуть якийсь результат. Серед людей це називається цілеустремленістю, всячески одобряється. Серед людей ми називаємо то, що називається цілеустремленість.
як сконцентрування ще на цілю, як донження до цілю, це ж таке. І всячески це одобряється. І то є, значить, то ще попіра всеред сполоченства. Ну, если эта целеустремленность направлена на Христа, мирским людям кажется это странным и неприемлемым. Але ежели мы своє донження до цілю скеруємо на Христуса, людям видається то, ну, незрозумілим, то є глупе. Почему? Для чого? Потому что они граждане другого государства и увлечены другими идеями. Для того, что они са обывателями иного панства, и они мають інні цілі до здобиття. Приналежність государству не написана на лице человека. То, що ми належимо до якогось панства, не є виписане у нас на тварях. Ну, не є. Не є. Но она открывается через поведение человека и через его отношение к этим истинам. Але то можна заобсервувати через певне заховання, через вираз мислі. Через это отношение к этим истинам. И наш стосунок до того, как мы шли мы. Тут уместно вспомнить 1 Коринфянам 1:22-24. Первый лист до Коринтов, первый раздел, 22-24 версеты. Ну, там написано, можно там посмотреть. Ага. Ну добре. 1:22-24 już mam. Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Греков глупством, лечь для тих, хто же сам повалані заровно для жидов, як і греков, глашимо Христуса, моц Божу і мудрость Божу. Для іудеїв Христос соблазн. Для жидов Христос є згоршенням. Вони видят в ньому сходство з Месією. Вони обсервують якесь подобенство з Месіашем в Єзусі. Но они не могут уверовать, потому что есть и различия. Але увіжить не потрафю, бо відзом теж якесь ружнощі, не саме сходство. Для елінів, то есть язичників, Христос является явление Христа и распятие является безумием. Для греков Христос и звлаще укшижований Христос, то есть глупство. Их верховный бог громовержец Зевс. Их главным буством есть Зевс, который жутся перунами. Зевс и все остальные боги Олимпа представлены в представлении эллинов намного сильнее людей. Зевс и все боги на Олимпе, так как воображали себе греки, овеле потенжнейшие, ніж все люди. И представить, что люди избивали, плевали и тем более распяли кого-то подобного Зевса, это безумие. І для них виобразити собі, що люди могли оплють, бити і в кінці укшижовувати когось, хто є подобний до буства, є подобний до їх Зевса, для них то є безумство, глупота. І вони не можуть в це вірити. Вони не можуть в це вірити. А от для тих, хто знайшов сокровище із іудеїв і єлінів. Але для тих, хто вже знайшли скарб із іудеїв і єлінів, із жидів і спочуд жидів і греків, Христос є Божою силою, Божою премудростю. Христос є Божим моцом і Божим мудрощем. І оправдана премудрость всіми чадами її. І та мудрость усправедливлена через її діти. Или ее последователи.
Альбо ей наслідовцями. Это первая притча. Прочитаем вторую притчу. То есть первая приповесть. Теперь прочитаем другую приповесть. 40, версеты 45-46 нашего тексту. Королевство небесное подобное есть до купца, который шукал пенькных перл, а зналяши едном, бардзо ценном перле, пошел, спшедал всичко, что мял, и купил ее. И первое, что здесь в притче это есть, это купец. Первое, на что звратим увагу, это есть купец. Купец не похож на человека из первой притчи. Купец, тен купец не есть подобный до человека с первой приповести. Купец это тот, кто имеет состояние, деньги, товары, он богатый, ему есть что терять. Купец то есть человек, который ма пенёнзе, ма майонтек, он ма цось до страцэня. Купцы всегда были людьми более высшего сословия, чем простые люди. Купцы завше ще знайдовали в высшей категории сполечной. Если смотреть с этой точки зрения, то купцом может быть только Христос. Если спойжить с этой перспективы, то правдивым купцем может быть только Христос. Ему одному есть что терять. Он єдиний ма, що втратить, ма, що до страцення. В Біблії він описується, як той, який обнищав ради нас. В Біблії ми видимо його, як того, який зостав бідний, не знаю, що добре слово, бідний, цілком бідний, для нас. Убогий, добре. Дякую дуже. 2 Коринфянам 8:9. То є другий лист до Коринтов, 8 розділ, 9 версет. Ну, теж там написано. Альбо він знати ласки Пана нашого Ісуса Христуса, що бендон з богатим став ще для вас убогим, аби ще убудством його убогацені зостали. Он обнищал, а мы обогатились его нищетой, как человек из первой притчи, нашедший сокровище. Он стал еще убогий, а мы сбогатились еще его убудством. Так само, как тот человек, который знал этот скарб. В первой притче. В первой приповести. Второе, что здесь есть, это драгоценная жемчужина. Друга вещь, которую мы видим, это та драгоценная перла. Драгоценная жемчужина – это люди, которые увидели в Христе сокровище. Том перлом сон люди, которые знали в Христе скарб. Ими наполнена церковь. И ими выполненный есть костюл. Говоря о Царстве Небесном, Иисус описывает отношение, которое будет между спасенным человеком и Иисусом, как представителем Небесного Царства. Когда Иисус говорит о Королевстве Божьем, Иисус говорит о реляциях помежду теми, которых Он избавил, и собом самим. Христос принес совершенно новый стандарт взаимоотношений между тем, кто обладает чем-то, и тем, кто ничего не имеет. Христос внес новый стандарт реляций помежду теми, кто же ничего не имеет и кто имеет все. Матфея 25-26. Евангелие от Матеуша, 20-й раздел, 25-26. Ну, тоже написано. Угу. Але Ісус приволав їх до себе і повідав: «Віте же владці народу панують над ними, а ті, хто же сон вільці, справують свою владу над ними. Леч не так ма бути всюд вас, але хто між вами хоче бути великий, нех бенде вашим слугом». Це новий стандарт отношений. Це новий стандарт реляцій. Для бедного всякий непредвиденный доход – это как бонус, как манна с неба.
Для бедного, для убогого непредвиденный доход, то есть певен бонус, экстра, что-то как манна с неба. Но это благо кто-то должен оплатить. Але то добро, за то добро кто-то мусит заплатить. Философия богатого, на всем нужно заработать. Философия богатого дążит до мысли так, что на всем нужно заработать, за всего нужно заработать деньги. Богатый хочет заработать не столько из необходимости, сколько из принципа накопительства. Богатый хочет заработать не, даже не для того, что есть в потребе, только он хочет копить больше, больше накопить. Это звучит примерно так. Деньги и активы должны работать. Бжми то мне больше в тот способ. Деньги и активы должны работать дальше. Если они не приносят доход, значит, это неправильное управление. Если те деньги и те активы не приносят доход, то свидетельствует о неправильном зарządzaniu. Неэффективный менеджмент. Неэффективное зарządzanie. Например, люди проводят акцию в своем магазине, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Например, люди проводят промоции, оферты в склепах, чтобы приволать больше клиентов. И увеличить продажи. И это эффективный менеджмент. И увеличить продажи. И то есть эффективное зарządzanie. А Христос обнищал ради нас, чтобы мы обогатились. Лишь Христос стал еще убогим, по то, чтобы мы еще стали богатыми. Он поступил так по причине своей любви к нам. И поступил он в тот способ, выключительно с причины милости до нас. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер за нас, когда были мы еще грешными. Мотивы поступков Христа – это не принципы эффективного менеджмента, а любовь. Его мотивацией было было неэффективное зарządzanie, лечь милость до нас. Христос никого не заставляет прийти к Нему. Христос никого не змуша прийти до Него. Вспомните ситуацию, когда ученики уходят от Него. Припомните себе ситуацию, когда ученики отходят от Иисуса. Он спрашивает оставшихся, не хотите ли и вы уйти? Пыта решта, кто уже застали, чи вы теж хотите отойти? Он не ищет количества. Он не шука илёщи. Он не навязывает свою любовь. Он не нажуца ще за своим милостью. Но спрятал ее, как сокровище на поле. Але лечь сховал, як скарб в полю. Об этом трудно и, наверное, невозможно говорить с неверующими. О тем тяжко, вранч неможливо розмовлять с невежонцами. Но это делает Христа еще более прекрасным в глазах тех, кто его понимает. Але то чини Христуса еще бардзей пенькным в очах тех, кто же его разумеют. Так. И третье – это общество и окружающие люди. Опять они. Третья речь – то есть сполученство и люди, кто же отачают. Как на все это смотрят окружающие люди? Як на то всичко бачать ті, хто же оточає? Як тоді, так і зараз. Як на глупость, неефективність і якусь странність. Як втеди, так і зараз, як на якусь глупоту, на щось, що не є ефективне і що є досить дивне. Як дивимося ми, познавши Христа? Як бачимо на то ми, хто же знаємо Христуса? Как на высочайшую мудрость и проницательность. Как на наивысшую мудрость и мудрость. Христос, отвергая принципы эффективного управления, добивается своей цели. Христос отжуца те засады эффективного зарządzania, але осьонга свой цель. Написано, и на подвиг души своей он будет смотреть с довольством.
Написано есть же он на... Вот есть это место. Может, Исаия 53:11. С працы души своей уйже овоц, которым насыцен бенди. То есть он достигнет своей цели. Чили он осягнет свою цель. Этот стих говорит об успехе Иисуса Христа. Тен версет мови о сукцессе Иисуса Христуса. Купец продал все, что имел. Купец продал все, что имел. И купил драгоценную жемчужину. И купил дорогом перлы. И оправдана премудрость чадами ее. И усправедливена мудрость детьми ей. Поступок мудрого человека одобрят только благоразумные, те, кто понимает Божью мудрость. Чин мудрого человека может оценить только тот, который сам разумеет мудрость. И третья притча. И третья приповесть. Матфея 13:47-50. Королевство небесное подобное есть również до сети, зажученной в море, и загарняющей рыбы всякого рода. Когда еще наполнила, рыбаки вытянули ее на берег, а усядлши до доброй рыбы выбрали до начинь, а зле выжучили. Так будет при концу света. Читать дальше до 50. Okay. Так будет при концу света. Выйдут анелови и вилончат злых спощут справедливых и вжутят их до пьеца огнистого. Там будет плач и сгжитание зембу. В этой притче описано Царство Небесное, как оно функционирует, как оно распространяется. В этой приповести описано есть Королевство Небесное, как оно функционирует и как еще распространение. Как оно приобретает себе новых сторонников. Как оно зискує нових звольнників. Іначе говоря, як Христос через церковь контактує з окружаючими людьми? Мовляться іначе, як Христос через кощул контактує ще з іншими людьми? Невод закинутий в море – це церковь. Сеть, яка є зажучена в море, то є кощул. Церковь, которая существует на земле среди людей, кощу, который иснее тут и на земле, вширют люди, которая сильно или слабо, много или мало, но распространяет информацию об Иисусе, которая слабо люб мощней, веле люб венцей любней, але глощи ведомость о Иисусе Христусе вширют люди. Где-то она проигрывает и уходит с каких-то территорий. В каких-то местах кощу пригрыва и отходит с заентых теренов. Где-то благодаря стойкости и мужеству отдельных христиан распространяется на новые территории. Але где индей, дякуюнц витрвалості певних хрещиян і їх вєже, вона далі ще розпрощення на нових територіях. І ще множить на нових теренах. Ілі закріпляється на старих, несмотря на системне ганіння. Альбо кощув ще укоження на старих теренах, юж здобитих теренах, незважаючи на то, що там є переслідування. Такі ганіння були в Совєтському Союзі. Таке переслідування мали ми в Зв'язку Радянському. Так зараз відбувається в Китаї, Індії, Пакистані і деяких інших країнах. Зараз то обсервуємо в Хінах, Пакистані, Індії. В Індіях, в інших панствах. Второе, що є записано, це риби. Друге, що є тут записане, то є риби. Це ті люди, які отозвались на інформацію розпространяємої церкви. То є ті люди, які які
приняли эту информацию. Приняли ту информацию, то наваливание с костела. Не все те люди, которых захватил невод церковь, являются хорошими рыбами. Не все из тех, которых злопала та сеть, са добрыми рыбами. То есть спасенными христианами, рожденными свыше. Чили сбавленными христианами, кто же народзени с горы. Но все рыбы внешне похожи друг на друга. Але все рыбы на зевнуть выглядают подобно. И сортировать их не является функцией церкви. И сегреговать те рыбы, то не належит до костела. Христос говорит, придут ангелы и отделят. Христос говорит, что придут ангелы, и они отделят добрые рыбы от злых. И третье – это ангелы. И третье – это, власне, ангелы. То есть каким-то сверхъестественным способом они отделят злых и среди праведных. Чили в якийсь надприродзонный способ они отделят те злые рыбы от добрых. Так функционирует Царство Небесное. И так функционирует Королевство Небесное. Хороших рыб сохранили и собрали в сосуды. Добрые рыбы заховали и забрали до начинь. Такое преимущество имеют те, кто нашел сокровище. Таком преваге мают те, кто же знали скарб. А как это выражается сейчас, до прихода ангелов? А как то можно обсервовать сейчас, до прихода ангелов? Какое преимущество имеем мы, верующие в Иисуса Христа? Каком преваге мамы мы, верующие в Иисуса Христуса? И вот 1 Иоанна 1:12. Первый лист Иоанна. Может, прочитаем. Тим зач, кто же его приели, дал право стать детьми Божими, тим, кто же вежом в имя Его. Евангелие Иоанна 1:12. Люди, которые нашли сокровища, они имеют право называть Бога своим отцом. Люди, кто же знали скарб, мают право взывать до Бога, яко до Отца. Второе, это Марка 10:30. Другая вещь, то есть Евангелие Марка 10:30. Который бы не отшимал стократне терас в дочесном житю домов и братьев, и сестр, и матек, и дети, и пуль, хоть вшрюд пришлядовань, а в надходзонцем часе живота вечного. То есть мы имеем множество людей, христиан, которые могут прийти на помощь, послужить тебе своим имением и ресурсами. Чули мы маме множество христиан, кто же прийдут и помогут ти, помогут своим майонтком, своими пенезми. И до начала войны я не очень в этом нуждался. Заним ще розпочала война, я не мялем в ничем тим, в таких речах потреби. Но когда произошли эти события, я увидел большое благо в том, что это так есть. Але коли то ще видажило, я заобсервувала велике добро в тим, що єсть. І багато люди, які даже не віруючі, вони це поняли і переїжджає в якусь країну, іщуть церкву. І веле это наши граждане, да? Веле моїх родаків, навіть невіжонцих, зрозуміло том правде, коли приїхали до іншого краю. І іщуть церкву. І вони шукали костіл. Третє, це Римлян 12:15. Третє, Римлян 12:15. Весельте ще з веселенцими ще, плачьте с плачонцими. Люди, не имеющие с нами кровных связей, могут плакать с нами, радоваться с нами, поддерживая в трудную минуту. Те, кто не са нашими кровными, могут разом с нами плакать и подшимывать нас. Это великое благо. И то есть великое добро.
для тех, кто в этом нуждается. Для тех, кто же потребуем того. Очень часто человек не нуждается в деньгах. Часто бывает, что человек не имеет потребы в деньгах. Но он нуждается в другом человеке, который бы сопереживал ему. Але он имеет потребы в кимсь иным, кто бы го, кто бы ему вспулчул. Так в вашем, так в этом костеле люди, которые приходят и участвуют в конференции на первом этаже. Так есть в том костеле те, кто приходят до конференции и остаются на первом этаже. Застаем тут на первом пьянше, чи на партеже. И им, им больше нужно общение, чем какая-то материальная помощь. Они меньшим потребы мают в сполочности, ніж в каких-то материальных благах. И они это здесь получают. И они это тут и отшимуют. Римлянам 8.26. Римлянам, лист до Римлян 8.26. Подобно и Дух спира нас в немоце нашей, не вемы бовем, о что ще модлить, як належи, але сам Дух, вставяще за нами в невисловенных восхнениях. Мы не всегда понимаем, что является благом для нас. Не завше можем зрозуміть, что есть добре для нас. И слава Богу, Бог... Дух Святой ходатайствует не по нашим желаниям, но по нашим потребностям. Дякувать Богу, что Дух Святой, вставящий за нас, не ведлук наших хенчей, але ведлук наших потреб властивых. Наше будущее определено. Наша пришлость уж есть визначена. 1 Фессалоникийцам 4:16-17. Перший лист до Тесалоничан, 4 раздел 16-17. «Гдыж сам Пан на данный рассказ, на глос Арханёла и тромбы Божией стомпи с неба, втеды найпер повстанут те, кто же умерли в Христусе, потом мы, кто же позастанемы при житю, разом с ними порвани бендемы в облаках в поветше на споткание Пана». И так завше будем с Паном. Написано о том, что не все мы умрем, но все мы изменимся. Мы будем в другом состоянии и будем с Богом. Написано есть, что не все умрем, але все еще отменимы. Будем в другом каком-то состоянии и будем с Богом. Будем в иной, в ином стане, але будем с Богом. И еще это Иоанна 5:24. Евангелие Иоанна 5:24. «Заправда, заправда, повядам вам, кто слуха слова Мего и вежи тему, который мне послал, ма живот вечный и не стане пред сондем, лечь пшешедл смерти до живота». Представьте себе, какую, как Бог выделяет вас. Выбрачьте собі, як Бог виодрембнил вас. Все люди придут на суд. Все люди прийдут на суд. Представьте, что вся Варшава стоит в очереди на этот суд. Вы обращайте себе, что целая Варшава стоит в колейце на этот суд. А вы проходите просто мимо. А вы приходите обок. И говорите привет. И говорите честь. И идете дальше, потому что ваше будущее уже решено. И идете далее, потому что ваша пришлость уже есть расстегнута. И это то, что мы как те, кто нашел сокровище, имеем в Иисусе. И то есть то, что, как те, кто же знали скарб, мамы в Христусе. И Христос в этих притчах описывает, как Он взаимоотношает свое действие на земле на этот период. Христос описывает в тех приповещах, как Он будет вспулдялал зі святим, з нами в остаточних часах. І залишився останній стих із цих притч. І останній версет з тих приповіщі. І це відношення образованих, невіруючих людей к Царству Небесному. І то є стосунок вишталцованих, але невіжонцих людей до Королевства Небесного. Матфея 15:52.
Евангелие Матеуша, 15:52. А он рекл до них, для того каждый ученый в письме, который ставши учнем Королевства Небес, подобный есть до Господажа, который отбыва за своего скарбца новые и старые жечи. Речь идет о книжнике, которому дана информация, который услышал информацию о Царстве Небесном. Ходи о наученного в письме, который ма целом информации о Королевстве Божьем. Книжник – это не священник. Наученный в письме – то не есть каплан. Это грамотный и образованный человек. То есть выхшталционный, мудрый человек. В каждом обществе во все времена были такие люди. В каждом сполоченстве, во всякие часы были такие люди. Часто это советники царей, президентов, верховной власти. Часто то сам были, они были дорадцами королев, можно владцов, каких президентов. Верховной власти. Наивысшей влады. Они разрабатывают различные идеологии и концепции. Они власне опрацовывают разные идеологии, разные концепты. Чтобы лучше понять, о чем здесь говорит Христос, нам нужно погрузиться в некоторые исторические события. Чтобы лепей зрозуметь, о чем мовит Христос, нам треба сягнуть до истории. И попытаться бегло определить, как развивалась современная нам культура. И спробовать выяснить, как еще развивала в тамтых часах культура. Добро. Павел в послании к Тимофею пишет, что церковь заботилась, чтобы церковь заботилась о вдовах. Павел писал до Тимотеуша, чтобы костюл задбал о вдов. Вдовы относятся к тем слоям общества, которые имеют низкую экономическую защищенность. Вдова належит до тех, которая наименее забеспечена, наименейшим социальным охраны. В то время, в той культуре об этом еще никто не говорил. В тамтых часах, в тамтой культуре о том никто не мовил. О вдовах в лучшем случае заботились их семьи. О вдовах трощилище их родины. Сейчас мы имеем пенсионное обеспечение стариков. Дичей мамы эмеритуре. И это для нас обычная практика. И для нас то есть нормально. Но не всегда так было. Але не завше так было. И это предложение Павла было революционным для своего времени. И то, что запропоновал Павел, то была певна революция. Другой пример. Иной приклад. Христиане боролись с рабством в Америке и Англии. Христиане вальчили с невольництвом в Америке и Англии. И в Англии. Они выдвинули и выдвигали и отстаивали идеи равенства людей. Они глашили идеи равности между людьми. Свободу совести. Вольность слова, сумения. Организовывали школы для устранения безграмотности. Они закладали школы, чтобы звальчать невыкшталционность, что-то такое, не анальфабетизм. Чтобы люди могли читать Библию. Чтобы люди могли читать Библию. Гарвардский университет был основан христианами и на деньги христиан. Университет в Харварде был заложен через христиан. Христианские философы, мыслители, ученые, делая открытия, воздавали славу Христу. Христианские науковцы, философы, мыслители, когда доконывали каких-то открыть, они отдавали хвалы Христосови. Они делали это не где-то в вакууме. Они робили то не бендонс в дрембнении где-то. Но в современном им обществе. Але знайдуемся в вспулчесном для них сполоченстве.
Так через церковь и христиан общество и книжники тех времен знакомились с законами Царства Небесного. Так само на учении в письме довядывалище о Королевстве Небесном через те книги. Через кощу. Но какова же реакция этих книжников? Але як вони відреагували на то? Вони частично з цим соглашаються. Частково вони ще згодились з тим. Нет, хороша ідея, в моїй концепції цього не хватало. Мовим, добра ідея, в моїм концепті цього бракувало. Наприклад, ідея справедливості, государственної заботи о стариках. Наприклад, ідея справедливості і троски о людях похилого віку. Такі люди беруть ідеї з Біблії, змішують їх зі своїми і видають їх як нечто нове. Такі люди беруть ідеї з Біблії, міксують їх зі своїми ідеями і видають то, подають то як щось нове. Христос об этом говорит, они выносят из сокровищницы своей и новое, и старое. Христос говорит о том, что они выносят из своего скарбца и новое, и старое. Сокровищница – это голова человека, его мозг. Скарбец – то есть голова человека, его мозг. Где собирается, обрабатывается и куда складывается информация? Где еще громади, где доконує ще якісь обробки та вся інформація, яка там трапить. Церква на протяжении віків і особливо во время і після реформації. Кощов на протягу віків, а звлаща під час і по реформації учила бідних і багатих. Навчала бідних і багатих. Безправних і власть имеющих. Тих, хто же мали мало прав або вцалі і тих, хто ж равенстві серед людей, о свободі совісті. А Кощов учив о рівності, о вольності сумління. Призивала к трудолюбію. Наваливали до працьовитості. Організовувала школи і семінарії. Організовували школи, семінарії. Напитывала общество этими идеями. Кормила сполоченство тими помыслами. Но потом не смогла сохранить лидирующие позиции в обществе. Але позже не потрафила заховать лидерство в сполоченстве. В обществе, в образовании. В сполоченстве, в кшталценю. Философии и науке. Науце, философии. Пришли книжники тех времен и сказали. Пришли на учение в письме с тамтых часов и поведели. Трудолюбие, свобода, равенство – это хорошо. Працовитость и вольность и ровность – то есть добрая речь. Мы все к этому стремимся. Мы донжимы все до того. А Христос и Церковь здесь ни при чем. Але Христос и Кощов по цонам. Так возникло учение коммунизма. Так зродило ще навчання комуністів. Де превозносилась важливість незахищених слоїв населення. Де було важним оборонити тих бідних, слабих і так далі. Ідея равенства і справедливості, тобто там все це було. Там було, і там була ідея рівності, справедливості. Або, наприклад, то, що зараз називають європейськими цінностями. Або то, що зараз звіщує європейськими вартощами. Що це таке? Що це є? Це щось совершенно нове, або ідеї, образувавшиеся в постхристианському обществі. Чи то є щось нового, чи то є ідеї, які з'явилися в постхристиянському сполоченстві? І так, книжник знає о Царстві Небесному. А він, навчений в письмі, віє о Королівстві Небесному. Согласен з його утвердженнями. А він ще згадзав з його ствердженнями.
но делает из этого микс в своей голове. Але робит из этого микс в своей голове. И отвергает Христа. И отжутся Христуса. Вот такое отношение неверующих, образованных людей к христианам, Христу и Церкви. От, власне, такий стосунок мамы невіжонцих, викшталцонних людей до Христуса и до Его Костела. Они вырывают какую-либо библейскую истину. Они вытягивают какую-то библейную правду. Видоизменяют ее. Нечто изменяют ее. Но вместе с тем сознательно отворачиваются от всего, что использует Господь для спасения человека. Але разом с тем, свядомие отвращающие от того, что використує Бог, чтобы избавить человека. Они все объясняют изменчивыми законами психологии. Все еще тлумачит тем, что певне право психологии са змінне. Достижениями науки или новомодными теориями. Са якісь осягнення науки, якісь модні теорії. Мы же христиане, когда смотрим на Христа, видим сокровище. Але мы, христиане, когда смотрим на Христуса, видим правдивый скарб. Мы умиряемся сердцами. Мы, наше сердце отача тепло, когда смотрим на Христуса. Когда понимаем, что Иисус видит в нас жемчужину. І коли розуміємо, що відбува, коли розуміємо, що Христос віді в нас том дорогом перли. Ми радуємося і благодаримо Його, коли сознаємо, від чого у нас ізбавило, яким преимуществом в ньому обладаємо. Ми радуємося і дякуємо Йому, коли відімо то, що посядаємо. Мы восхищаемся и прославляем Его Святое Имя, когда размышляем о небесных обителях. Мы захвачены Его святым именем, когда размышляем о небесных обителях. Когда мыслим о тих небянских комнатах, мешканиях, которые мамы. Которые Господь приготовил для нас по своей великой любви и премудрости. Которые Пан приготовил власне для нас за взгляду на свою милость и премудрость. И мудрость. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Аминь. И усправедливена мудрость ей детьми. Аминь. Это все. Дякую.